Между тем, в Стамбуле прошла встреча по углублению партнерских связей между СМИ и тюркоязычных стран. В ней приняли участие представители Министерства информации и медиа-менеджеры государственных телеканалов Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Турции. Участники форума обсудили вопрос обмена телепродукции, имеющих историко-познавательное и культурное просветительское значение, а также важность систематических мероприятий в данном направлении. Как говорят представители СМИ, есть большой опыт, который они могли бы перенять у коллег в плане творческой реализации. Также в ходе встречи обсуждался вопрос повышения мастерства сотрудников. Представители казахстанской делегации, отмечая роль медиашколы в повышении профессионализма отечественных специалистов, созданной в Казмедиа-центре, выразили готовность к обмену опытом с зарубежными коллегами. Обмен контентом стал, так сказать, первым этапом, первой ласточкой в налаживании мостов сотрудничества. В частности, коллеги обсуждали первый опыт обмена историческими программами о тюркском наследии. Четыре государства, которые входят в Тюркский совет, обменялись своими историческими документальными фильмами. И, в частности, коллеги из Азербайджана и из Турции, представители национальных телерадиовещателей, достаточно высоко отзывались о продукции агентства «Хабар». Мы предоставляли 9 документальных фильмов, и, как вот наши коллеги подчеркнули, они с успехом прошли на национальных телеканалах Кыргызстана и Турции.